Сегодня у нас 20 июня. Идем вот со Скворечника. Время 10 часов. Ходили фильм один, смотрели. Президент и его внучка. Нам брат Никита показал. Иначе попросил. Вот они. Сейчас помолимся и спать сразу. Вот Игорь Александрович едет. Барабаш. Да. Слава Богу. Как он поздно вернулся сегодня. Где Тарасия, догони. Вот этот вечер какой. Ну вот, а подъем. Рабочий день опять. Так, увеличь шаг. Вот сегодня провод сделал. Василий приходил, Лапкин. Сделал нам провод. Протянул, помог. Спасибо Христосову. Так, куда вы в заводу схватились? Все, прекращайте с работы. Мама сказала молиться с вами, потому что они уже молились. Да. Молимся. Вот это трудно нам было отработать, проснуться, это явно. С Божьей помощью. Тихо. Ну что за голодёж? Все, успокойся. Так, заходим быстрее. Быстрее заходим. Конечно. Так, Агния. Подождите чуть-чуть, пожалуйста. Кого подождать-то? Вперед, на выход. Пожалуйста. Сейчас мы сапоги. Побыстрее давайте. Давайте. Обожаю. Стоим. А кто будет снимать? Кто будет снимать, а кто будет молиться у нас сегодня? Давайте я буду снимать. Нет, давайте лучше кто-нибудь помолится из вас. Коротко, перед сном. Так, побыстрее, Вика. Куда выезжала? Так, что там, продукты здесь забрать? Добрый вечер, Игорь Александрович. Где тут ваша? Где тут ваша? Это что такое? Ого. Ого. Что это будет? А то на чеки. Мы сейчас фильм смотрели, президент и его внучка, вот решили сейчас помолиться. Только поздно так. Обычно в 9 ложимся, сейчас уже. 11 час. Забирай коробку больше. Это что тут наше? Что-то вещи. Яблоки. Яблоки. Ух ты, какие красивые. Христос. Это что, халва? Выдерги я вам не купил, ребятки. Ладно. А нашли сегодня выдергу, слава Богу. Нашли, да? Да, матушка нашла. Не, это мое. А, сука, птица, Дядя Володя, а? Можно мы сами помолимся и спать лягу? Ну, конечно, молитесь. Все, Вика, вперед.
Долго ходите, собираетесь. Короче, будем сами молиться. Ваня. Так, перед молитвой. Сейчас знаешь, только и помолись. Сейчас, где Никита придет. Он... Кого где Никита занят? Он занят. Ну, давайте вы поставим. Машина. Так, все, встали на молитву. Поставьте камеру. Ваня, вставай на молитву. Вань, ну помолись только то, что знаешь. Не обязательно в правильном порядке. Я так всегда делаю. Ну, что так и не решите? А кто это бывает за старшего остается молиться дома? Руку Ваня. Ваня. Старшего, чего да? Вы такие стеснительные? Слово, в общем, да, молимся. Своими словами, короткая молитва. Давай, Ливия, давай ты помолись. Я? Ну, как детей подержу, надо. А что не надо? На своей старшей мальчике. Ваня, давай, помолись коротко. Давай. Как умеешь, давай. Как умеешь, давай. Да, Ваня. Ну, давай, стой. Тихо, все, успокоились тогда. Дай ему настроиться, все. Ты вставай сюда. Все, не стесняйся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив к нам грешным, создашь нас, Господи, помилуй нас. Мы с числа мы согрешили, прости нас, Господи, грешных, помилуй и благослови. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя к ним на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги еще, кроме населения должника нашим. Единство воскрешение, но избавь нас от лукавого. Ангелы пеши благодать нечистой декларации, и паки рекурации, то есть сына воскресит три дня на гробы. И мертвого возведены вы, люди, веселитесь, и светись, новый Иерусалим. И слава Богу Господи на тебе и Васия, ликуй на не веселись, а сегодня ты жди за Красусь и Богородице, а восстание Рождества твоего. Господи, вдруг, Господи, защити нас на всю ночь от на всяких напастей. От зла, от врагов. Помоги всем болящим, страждущим, находящимся в беде. Помоги всем людям, которые нуждаются, не знают Тебя. Приведи их к Тебе, сам знаешь, какими путями. И наставь нас на путь праведный, чтобы мы обратились к Тебе. И чтобы обращали других, чтобы несли свет по миру, чтобы благовествовали Твою Святое Евангелие. Слава Тебе во веки веков. Аминь. Аминь. Все, спокойной ночи. С Богом. Ночи. Так, все, молча только ложимся. Все, время уже будет много. Тарасик, все, иди. Никита вас проводит сейчас. Слово паразит. Знаете, у моей одноклассницы слово паразит является мой. Да? Моя одноклассница слово паразит. Все, брат, отбивай их. Я занесу остатки. Все, Тарас, вперед. Чего уронил куртку? Куртка что-то упала. Штаны. А, штаны? Мои штаны. Твои. Ну все, с Богом. Спокойной ночи, Тарас. Молочек приехал. Ночной морской бриз. Что ты творишь, Ваня? Ваня, ну что это такое? Ночной морской бриз. Ну вот они пошли ложиться, девочки к себе туда, мальчики к себе. Правильно, Тарас, в туалет сходи заранее. Туалет, это, Степа, может, туалет хочешь, сходи в туалет, нет? Все, молодец. Ну иди спи, ложись. Какую у меня система? Не
сигнализация. Никто ночью не подойдет. Да, это точно. Да. Так, все. Забыли полюлить. Погладить тебя забыли, да. Забыли. Вот тут совсем ничего не видать. Вот дома не закрыто, отлично. О. А то люди бывает закроют, прячь ключи, потом иди ищи. Я знаю, по запаху. Да снимай там обувь-то. Че вы? Где обувь снимаете? Там? Смотрите, Володь, вы нас на клещей будете проверять. На клещей? Да. Доложитесь, мы же сегодня никуда не ходили. Никита каждый день на клещи проверяет. Ложитесь. Выполняет приказания тети Гарри. Придет, проверит. Ага. А я уже узнала. Вы знали то, что клещи, они задерживаются на белье, на спальных предметах? Вот я однажды тоже днем, ночью, когда проверял спать себе, ложился, проверил себя, клеща нету. Лег спать, но проспать, у меня в бедро вцепился клещ. Да. Да, они на белье засиживаются. Ждут, пока люди придут. Ну да, и ждут, пока люди придут. А потом съедают. Сейчас, тихо. Они в глаз всасывают. Так, бегом, давайте. Они в глаз всасывают. Все, Коля, это что ложись. За глупости ты говоришь в глаз? Дядь Володь, выключай свет. Давай, выключай. Хорошо. Кто там еще? Ну кто там еще, Тарас? Нет, кое-кто покрупнее. Дядя Никита. Что за свет? Дядя Никит, что будет на клеще или так отправить спать? О, там я прям в одежде сплю. Степа туда внизу. А кто у вас еще внизу спит? Тарас. Тарас еще, да? Мы самых шумных и болтливых вниз отправляем. Да, понятно. Все, Тарас там у тебя в туалете еще. А, руки пошли. Ну ладно. С Богом. Спокойной ночи. Спокойной ночи. С Богом. Ну, вот так вот. Каждый вечер. Бой. Задержались, конечно, подольше. Ну все, Тарас, спокойной ночи. Ложись, там уже все легли. Она еще не спит. Ну, она же охранник. Все, закрывай. Ну вот так вот. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Слава. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Благодатный вечер Господь нам дает в тишине, в мире спокойствия ложиться. Завтра утром, даст Бог, встанем, Господа будем славить утром по молитве своей. Закаты красивые. Вообще тут небо в Потеряевке, особенно когда звездное небо. Хорошо рассматривать горизонта до горизонта. Ничто не мешает. Леонида, ложись. Давай побыстрее. Чего вы здесь проходите? Вот брат Никита сегодня построил душ летний. Бочку сверху установит Роман малыш. И можно будет ополаскиваться. Спокойной ночи. Дверь закрываем. У нас рассолы. Я сейчас закрываться не буду, потому что еще неизвестно, может кто-то еще на улице остался. Комнатка.
Сосиска тоже. Все, слава Богу за все.